индивидуальную зону питания. А я уже накрывала, считаю, давай. Не, мне реально прошу. Российская армия, называющая себя второй по мощи армией мира, с каждым днем оказывается в еще более жалком состоянии. Наряду с военными преступлениями, оккупанты, грабившие дома мирных жителей и офисы, на грузовиках хотели вывезти в Россию стационарные компьютеры. Однако, как видно из кадров, их мечта не осуществилась. Мне реально прошел на пенсию, выкрал светитель. Роутер, провода. Роутер, провода, бля, реально капец, вот урод.